разложить кусочки мяса равномерно по форме, и между ними можно выложить, ну это опционально, конечно, дольки мандарина, после чего остатки маринада равномерно поверх. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «С дедом за обедом». С вами Александр. Готовлю курицу, запеченную в мандариновом маринаде. Кому интересно, как я это сделаю, оставайтесь со мной. Для приготовления рецепта мне необходимо куриное бедро, мандарины, мед, имбирь, соус соевый, масло растительное, соль, молотый перец по вкусу. Куриное мясо промыть и удалить влагу. Мандарины очистить и измельчить в блендере до однородной массы. Соединить растительное масло, соевый соус, мед, имбирь и перец. Перемешать. После этого добавить к ним мандариновую вот эту получившуюся массу. Я сделаю немножко по-другому. В блендер все это сразу помещу и перемешаю вместе с мандариновой массой. Соль в маринад я не добавляю, в соевом соусе его вполне достаточно. В посуду выложить курицу и туда же отправить смесь, которую мы получили. Как следует промассировать и оставить для маринования на 1,5-2 часа. Для курицы больше не надо. Разложить кусочки мяса равномерно по форме, и между ними можно выложить, ну это опционально, конечно, дольки мандарина, после чего остатки маринада равномерно поверх. Накрываю крышкой или фольгой форму и отправляю в разогретую духовку при температуре 190 градусов на 45-55 минут. Ориентируйтесь, пожалуйста, по своей духовке. За 7-10 минут до готовности крышку или фольгу можно снять. Мы же любим подрумяненное мясо. Готово. Этот рецепт для любителей запеченных блюд в духовке. Курица в маринаде с мандаринами и соевым соусом имеет яркий цитрусовый имбирный аромат и сладко-перечный вкус. Приятного аппетита! Кому рецепт понравился, ставьте, пожалуйста, лайки. Вам не сложно, а мне приятно. Делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на канал и не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые интересные рецепты. Желаю вам прекрасного настроения, крепкого
здоровья, и, конечно же, берегите себя. С вами был Александр Чернов. До встречи в следующее воскресенье.